Ребята, всем привет! Сегодняшнее видео будет обзор моего инвентаря, так как вы просили в комментариях. Сразу предупреждаю, инвентарь у меня не сильно богатый, потому что я вообще не доначу в игру. Покажу там более интересные, более редкие вещи, которые у меня есть в инвентаре. Скины на оружие, на парашюты, ну и эмоции, если кому-то они будут интересны. Первый костюм. Это костюм «Время обеда». У меня есть и шапка к нему, то есть он полный костюм. Я выбивал его из классического ящика. Достаточно прикольный костюм. Второй костюм — это снайпер. Я его покупал за 6500 серебра в обмене. Многие меня отговаривали это не делать, но я все-таки его купил. Не жалею, он мне нравится. Костюм панк, оникс. Из классического ящика у меня выпадал. Кисть скелета. Кто с инстаграма, тот знает, откуда этот костюм. Белый халат. Ну и вот такое платье, которое мне подарили. По шапкам, как я уже показывал, время обеда. Шапка «Стильный убийца», маска собаки. Светская шляпа, она дается в достижении, когда вы достигаете определенного уровня очков. Кепки, которые выдавались в разных сезонах. Шапка хирурга, шапка гамбургер. Ну и тыквенная голова, в которой я очень часто играю. Кто смотрит мои видео, должен ее узнать. Ну и дальше уже идет шлак, который выпадает из ящика солдата, из классического ящика. Думаю, у всех такое есть в инвентаре. По маскам. Есть маска призрак. Сейчас уберу голову. Маска призрак. Как бандана, да. Есть маска лорд зимы. Выпадала из классического ящика. И маска ядерной команды относительно недавно на мне выпала, но он вообще мне не зашел, поэтому я даже видео не выкладывал, как он мне выпадал. Ну и вот такие темные очки, красные, из ящика солдата. Маска армейская, которая давалась в втором сезоне за алмазы, если я не ошибаюсь. Ну а дальше идут уже повязка пират, очки, снова же шарфы шестого сезона. Ну больше идут уже награды из сезона, то есть то, что бесплатно. Вот, допустим, вот такая маска Алана Уокера. Коллаборация у них была тоже недавно, несколько месяцев назад. По курткам. Здесь ничего такого интересного. Снова же синька, да, из классического ящика, из ящика солдата. Но есть и само собой вишенька на торте. Это то, что мне выпадало относительно недавно. Полу Шанель с капюшоном. Мифическая вещь. Круто выглядит. Жаль, что она без эмоций, но все равно выглядит она просто круто, очень круто. Есть такая Пол Шанель, покупал ее за 800 серебра в обмене. Ну а дальше идут уже само собой стандартные куртки, то, что выпадает из классического ящика, из ящика солдата и так далее. То есть здесь ничего такого интересного я вам не могу показать. Ну, допустим, есть вот эти верх одежды, которые даются в каждом сезоне, да, вот смотрите, шестой сезон, пятый сезон, мой нынешний сезон, третий сезон и так далее. Если брать по штанам или шортам, здесь вообще ничего такого, кроме вот этих шорт, которые они мне выпали, камуфляжные шорты из ящика солдата. Вот так они выглядят. И вот юбка, которая, думаю, ну тоже многим, возможно, выпадала. По обуви здесь ничего интересного. Рюкзаки. Рюкзаки, само собой. Есть рюкзак, который выдается за достижение. Бесплатный он. Ну и гордость, само собой, это Годзилла. Рюкзак Годзилла, который мне выпадал. Есть видео в инстаграме, кому это интересно. Выглядит он просто бомбезно. Я всегда с ней бегаю. По оружию. У меня есть именно скины на не таком большом количестве оружия, то есть на коллаж, вот допустим, есть вот такой скин оранжевый, не помню, за что он выдавался, достаточно давно. На бустовой ямке нету ничего, на скорельке есть именно скин, которым я бегаю, и такой же оранжевый, как и на калаше. На эмке есть именно скин «Пустынный камуфляж». У меня вообще почти на всех оружиях есть именно этот скин «Пустынный камуфляж», который дается за определенное количество убитых с одного оружия. Да, вот, допустим, вот на коряке такой же есть именно скин. Но есть еще дополнительный скин, который покупал на халяву. Такой же скин есть и на АВМ «Пустынный камуфляж». То есть большинство именно оружия, где есть и скины, есть именно вот этот скин. На АУГ есть именно тоже прикольный именно скин.
Увядание называется. Плюс к этому уже по мелочи, вот на УЗике снова же пустынный камуфляж. На Юмпике у меня три скина. Есть у нас Сила Цветов, Старина и вот этот скин, который мы покупали на Таиланде. То, кому интересно, можете посмотреть видео в Инстаграме, вы можете купить его за серебро. На Томпсон у меня есть скин, который снова же выдавался в прошлом сезоне в РП. На пистолет. Ну и сковороду. Где у нас сковорода? Вот. На сковороду у меня два на скина. Есть именно скин, который выдается за определенное количество убитых людей этой сковородой. И не знаю, каким чудом мне выпала из рулетки Хэллоуин вот эта сковорода. Ну, достаточно такая прикольная. По парашютам. Парашюты у меня скины есть именно все, что выдавалось именно за уровень АС в каждом сезоне. То есть, начнем вот второй сезон, уровень АС мне дали парашют. Третий сезон, идет, допустим, у нас где-то четвертый сезон, пятый, шестой сезон, ну и, само собой, седьмой нынешний сезон. Плюс к этому есть вот такой парашют, но он выдавался в РП позапрошлом, если не ошибаюсь. И есть парашют курица. Давно его брал, иначе где-то полгода назад, там через VPN тоже можно было его получить. Ну, если кому-то интересны эмоции, не знаю, может у кого-то их нету, и не знаю, как они выглядят. Вот то, что выдавалось с самого начала на халяву. То есть танец Зая, есть танец Ладушки, спасибо, позвать, тишина, радость, срыв. Штурм – это жест нынешнего сезона, да, РП, который дается тоже бесплатно. Привет, хлопать и уже да и нет. Это все выдавалось именно в прошлых всех сезонах. Я их собирал, в общем-то, вот на халяву. В общем, это все. Спасибо за просмотр. С вас лайк, если вам понравилось видео. Само собой, подписка.